Дорогие мои друзья, поздравляю вас с Новым годом! Сегодня у нас Новый год, и я оделась, конечно, соответственно. Я вам сейчас спою на испанском песню. Навида, навида, дульсе навида, и кантар, и байлар, дульсе навида. Как вам, а? Как вам мое... Вам желаю хорошего настроения, шикарного. Погода у нас сегодня замечательная, даже ветра нету. Ветер — это я. Сегодня здесь дети в 12 часов ночи, они же не, ну, уже засыпают и делают до 12 часов ночи, чтобы могли дети тут покушать. Чё так высоко? Чтобы они могли покушать этот виноградик. 12 часов будет делать, сделали уже дым эти кампанада. Это мой друг. Que pasa? ¿Dónde vas tan deprisa? Es que tengo ese plato mío de siempre, esa costumbre de andar deprisa. Así que nada podemos ir de lo que sea. Ya iremos despacio, ¿verdad? Claro. У нас поменялась хозяйка этого магазина. Здесь же продают. Сейчас я зайду, поздравлю. Sí. Felicidades, señora presa. Entro a felicitarlo. Que quiero que entre el año que viene, que entre con mucha salud. Eso. Pero yo digo, mucha pero, suerte, pero, mucha pero salud. Digo, pero lo que ya ha hecho este año ya no lo mueve. Ya. No. ¿Alguna cosita más? Yo sigo con mi tema. Sí. Yo sigo con mi tema. Ya. Que me deja. Venga, vale, hermana. Venga, vale, adiós. Y esta noche, como vais a estar toda la familia, sí. Quiero que la paséis bien, sí, y gracias. Y su malestar que sea un poco leve. Claro, no, pero si yo luego cuando estoy, si estoy sola vale, pero si estoy con gente, pues está pasando, me hago yo la dura. Me parece muy bien. Para que los demás puedan estar bien. Me parece muy bien. Porque si no, entonces... ¿Cuántos años has tirado con Kiko? ¿Cuántos años llevamos juntos? Pues 57 casados. 57. Y dos que fuimos novios. Ya, muchos años. Así que... Porque nosotros de novios nos conocimos muy bien. Porque regañábamos mucho. Ah, esto es lo más importante. Y la gente se conoce cuando regaña. Это наш магазинчик. 57 лет вместе они были, и 2 года они жених и невеста были. Ее муж вот в этом году умер. Это сестра, с кем я кофе пью. Это сестра. Сегодня они вместе 31 числа отмечают. Это сыр наш, ребята, какой он вкусный. Это просто сыр, а это в масле. Смотрите, какой. Прям масляный. На оливковом масле. Тут фрукты, овощи. Все есть. Все, что необходимо, ребята, понимаете? Вот, если тебе что-то нужно, ты сюда приходишь. И мясо тоже есть, ты им говоришь, они тебе режут. Оливковое масло хорошее, шоколад. Ну, вот поселки. Знаете, чтобы вот то, что ты там. О, зато горошек хороший в стеклянных, как я люблю. Я вообще люблю стекло. Они сейчас поменяли. Она отдала ей, но не отдала просто так. Конечно, за деньги. Потому что здесь же продают этот. Видите, как все поменялось. Раньше по-другому было. Я вам показывала.
Здесь продают сигареты. А если ты сигареты продаешь, значит, у тебя должна быть лицензия. А если у тебя есть лицензия, эту лицензию ты потом продаешь. Эта лицензия стоит больше, там, ну, может быть, там 100 тысяч евро, только вот эта бумажка. Понимаете? Это так же, как и таксисты, так же, как и аптеки. Ты просто так аптеку открыть не можешь. У тебя должна быть лицензия. Эту лицензию только передается, понимаете? Или покупаешь, или передается. И это бешеные деньги стоят. Бешеные, ребята. Бамахкари. Здесь мороженое, пирожное, макароны. Pasar lo bien. Hasta luego. Ай, детишки бегают. Когда детишки совсем по-другому, шумно. Пришла Мирея, девочки. Я ей объяснила, что в Мадрид не едем. Она такая, мне разницы нету. Ай, как он плачет. Вот так. Потом я им обещала, я говорю, я вам сделаю компенсацию. Сейчас Диана тоже мне писала, как дед. Я говорю, нормально, говорю, как будет. Ну, мне Адам периодически пишет, как он, что он. Все нормально, девочки, близко к сердцу не принимаю. Жив-здоров. Самое главное, что жив. Остался, что могло быть последствия еще хуже, ребята. Вот так. Сейчас еду домой. Чуть-чуть во дворе повожусь. Я уже сделала, ребята. Сготовила. Не поверите. Сготовила уже борщик, ребята. Сделала фаршированные яйца с тунцом, как я люблю. Сделала шубу, салат. Как можно, говорит, салат сделать без селедки? Ребята, я с испанцем живу. А ему очень нравится этот салат. Очень. Но он не любит, не хочет. Он не любит. Вот я делаю так, как он любит. Так, как моя семья любит. Потому что это же не только я буду кушать. Если я хочу селедку, я отдельно могу взять селедку и покушать. Вот так. Потом сделала борщ, шубу, фаршированные яйца, морковь с чесночком приготовила и чуть-чуть с майонезиком. Этот. Потом уже сделаю плов с бараниной. И сделаю этот, купила. Сегодня будем кушать кальмары. Я на этом с чесночком буду кальмары делать. Покажу вам, ребята, как готовят. Кальмары очень вкусно, мне очень нравится. Вот так. Потом еще на стол что у меня будет? Я думаю, что уж до нас четверо, ребята. Адам сказал, что деда не оставит. И... Но я Адаму вчера он приходил. Че, говорит, меня снимать не будешь? Я говорю, нет, у него такое лицо. Было, не хотела его снимать. Я говорю, нет, не хочу тебя в таком виде снимать. Ну, расстроены, ребята. Расстроены. Из-за всего жалуются. Жалуются. И я ему уже сказала. Идите к врачу. Скажите, что вы уже за ним уследить не можете. Пускай отправляет бесплатно вам человека. Вот и все. Я сидеть там не буду. Они с такими тонкими намеками, сдалека-сдалека, а это сдалека я уже понимаю, к чему клонят. Я не буду сидеть с их дедушкой. Не потому, что я не хочу. Пускай привезут ко мне его сюда, я буду за ним смотреть тут у себя. Я не буду бросать всю свою семью, ехать туда. Вы не хотите за ним смотреть? Приведите мне его сюда. Вот и все. Я вот такое условие тоже поставила. Ребята. Потому что мне одну тарелку супа. Но потом я говорю, а Адам говорит, а когда школа? Я говорю, а что, когда школа? Посажу его в машину, отвезу его на квартире. До пятницы будет с нами на квартире. А что он делает там дома? Но он говорит, хоть в магазины ходит, хоть туда, хоть сюда. Я говорю, Адам, я не могу бросить свою семью. Я и так хожу 3 раза в неделю к вам. Разве не хожу? Он говорит, ходишь.
Я узнала, что еще хотят. Еще недовольные лица. Чем больше держишь, тем больше спрос. Вот так. Встретила своего соседа, который мне обещал проверить розочки, да, мои? Ребята, смотрите, как зелено все. Проверить мои розы, да, вот как там порезать. Там же чуть-чуть хочу у него несколько этих деревьев тоже спросить. Сейчас, говорит, приду. Ой, как я хочу, чтобы он пришел и посмотрел, и сказал мне, когда он придет на обрезку, потому что он всю жизнь проработал на муниципальном... Государственная работа у него была, ребята. Ой, это Мади, как бежит, как бежит. Смотрите на его уски. Смотрите, какие уски. Какой хорошенький, девочки. Какой он хороший, девочки, честно говорю вам. Какой он добрый. Ой, какой он приветливый. Ой, смотрите, как он прыгает. Мама, Томас, давай, попрыгай. Как он прыгает, ребята, выше, чем это стекло он прыгает. Он такой прыгун. Как мне этот пип-пип-пип-пип бесит. Томаси! Ай, мой Томазик. Ай, мой Томазик. Дурачок. Ну как может быть таким маленьким дурачком? Ой. Идем домой. Идем домой. Вы не видите, эти розы обратно... Он же пообрезал. Они сейчас обратно вот так вышли. Как-то вот... Какие-то вот... Вот, и хочу узнать, что там, как там. Томас! Как никогда у меня бардак, ребята, подарили, как никогда. Вообще все заброшено. Ну, сейчас как-то не до этого, ребята. Сейчас как-то вот, понимаете... Потом как-нибудь сделаем. Вы не видели мебель. Я вам сейчас мебель покажу. Как мой муж мебель собрал, ребята. Ой, как тут тепло. Боюсь, нет, он тут мебель. Сейчас. Там, говорит, еще не доделано. Какая разница? Сейчас я вам покажу. Короче, как гроб он мне тут сделал. Вот видите? Вот так. Он своими руками сделал. Ребята, ну как он его долго делал? У меня муж аккуратный все, да? Все, что вы хотите, но очень медленный. Мой салатик, шуба. Я вот так сделала ее. И это фаршированные яйца. Целый этот борщ я сготовила тоже. Такой вкусный, между прочим. Знаете, специально вчера сделала, чтобы он сегодня в обед тоже покушаем. Видите, я вчера печку сюда вытащила. Я тут вчера готовила и там готовила, потому что у меня не было этого. Ой, ребята, сколько посуды вчера. Все это... Это мыть, это все, я мыла, все, это был кошмар. Мой борщик. Это все, что я испачкала, помыто. Надо разложить это. Хлеб обратно на место. Молодец, Эстеван. Умница, Эстеван. Умница. Потом говорит, говорит, что ничего не делает. Доброе утро, buenos días. Доброе утро. Que nos quedan muy poquitas horas. Уже, говорит, мало времени осталось, говорит, да, до 31 числа. Ой, calentito en casa y hacer tarea y... Сегодня, говорит, тепло дома.
Цена. Ужинать, завтрак, обедать. Мы уже позавтракали. Самое главное, чтобы у нас было, мы были в тепле. И luego, pues eso. En armonía, tener salud y que pasar por. И в гармонии, говорит, и, конечно, говорит, провести хорошо. Самое главное, говорит, чтобы фамилия, говорит, ну, фамилия в семье. Bueno, в семье были. Я voy a poner traje militar. Я, говорит, пойду, говорит, переодеваться, говорит, мне, говорит, нужно одеться, говорит, в рабочую одежду. Ай, Кембер, как там холодно, говорит, такой врун. Он, ребята, моего свекра знает. Моего свекра вообще весь город знает, если честно сказать. Он моего свекра знает и говорит, конечно, помогу. Я ему говорю, помоги мне, пожалуйста, мы не понимаем. Он говорит, конечно. Вот, ребята, сейчас, вот честное слово, руки чешутся. Вон там убрать, да, думаю, вот тут убрать, что ли, сейчас. Или, короче, не хочется. Сейчас что-нибудь одену сверху, потому что прохладно. У меня только свитер, а снизу футболки нету. И ветер вот снизу заходит чуть-чуть. Этот. И он сейчас... И он сейчас ему говорит там, это то... Прошел наш сосед. Ой, Томасик первый хочет посмотреть. Hola, ¿cómo le agradezco que a usted ha venido? Porque... ¿Tomás? ¡Quieto! ¡Artista! ¡No! ¡Pero oh, es que Tomás. Esto no sale! Y hay ahí, que hay ahí unos activitas que hay ahí. ¡Ah, bueno! Y los árboles también me gustaría que mirara aquí. Hemos dicho que va a pasar un día. ¡Ajá! Como esto está cerrado, corta las mareas, pues mira, dentro de nada están brotando. Esto, este le alarga todo lo que tú quieras, ¿eh? Este, si quieres tenerla abajo, le tienes. Lo que tú quieras. Sí, abajo quiero, me gustaría. Pero este, estos son de estos que tú verás. Que se ponen, yo creo que a crecer que se quedan solos. Esto pasa que mi marido la quitó y esto ya empezó otra vez a salir. ¡Tomás! Tomás, ven aquí. ¿Dónde ha ido este? Salido. Tira para adentro. Es que mi marido empezó a cortar y me ha estropeado muchos árboles. Esto lo hay que pinzarlo un poco porque se suben para arriba, que hay que terciarlos arriba un poquito, ¿sabes? Y bueno, esa rama baja, por ejemplo, que tiene ahí tan baja, pues se quita. Es igual que está aquí. Yeah. Es que esta lo único que hago, me la meto en la cara. Esa si quieres la puedes sacar incluso todo. Ajá, ajá. Y armas el árbol arriba, ¿entiendes? Claro, claro, claro. Acá, de ahí te lo mismo te sale aquí alguna. Вот он все умеет, понимаете, мы не умеем. Con eso tiene de sobra. De sobra, claro. Que sí. Bien, además claro. Que este año lluvia de melocotones, tuve que meter ese cacho palo ahí. Porque del sí, peso, empezar a dar unos melocotones, más este grande que este le puede armar ahí, claro. Se te queda más alto, ¿no? Pero... Si usted lo haga como... Usted lo vea, yo esa se la quitaría y este ya se va a quedar armado ahí. Arriba se pinza un poquito y te queda bien. Yo más o menos luego viendo cómo lo vaya haciendo. Ese es un rosal de a pie. Sí. Y esto... Esto es un cerezo. Un cerezo. Un cerezo. Hostia, ay, cómo no lo has pintado antes. Pues eso, pues que no entendemos. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy muy liado. Claro. Pero es que uno para. Aquí, cuando no estoy con piedra, estoy con azulejo. Cuando no, los cables. Pues. Entonces digo, ya podaré. Hombre, que le tienen muy alto. Este lo hubiese pintado por aquí. Ojo, que aquí tiene un. ¿No será este el injerto? No. Ah, echa alguna. Sí, que la echa, pero por ahí arriba. Claro. Fíjate, tienes que subir con la escalera para poderla coger. Pues si quieres le dejamos ahí, pero vamos, yo le pegaba ahí un meneo aquí abajo y ahí abajo, culo, sí, ya está. Que brota ahí este año y luego, por lo menos aquí, más o menos. O eso depende de lo que luego ya, si le ve que se brota por aquí, pues intenta dejar esas dos o tres que salgan. Esto se quita. Y que brota aquí, en esta zona.
Después se ha puesto esto a crecer que se queda solo. Y es una macogal, parece. No, estos son como esos que están ahí, como estos. Claro. Son estos árboles que están ahí en velada, al frente del día. Sí, sí, sí. Tienen como si fuese una banana. Y nos lo trajimos a faena y sale la semilla y lo pusimos ahí. Y allí tiene... Sí, tengo más. Tengo detrás también de esto. Oye, aquí hay aquí unos cuantos. Fíjate cómo tiene esa. Esa, bueno, fíjate, pero vamos. Fíjate, ya te la has dejado de ir arriba, esa. Demasiado alta, sí. O sea, que si no, madre. No, no, ahí es lo que digo, en velada, esto lo hemos visto, unos bichabacos exagerados. O este manzano, enséñelo, este manzano, no lo sé qué pasa con él. Lleva muchísimos años. Tiene armado, prácticamente, ¿entiendes? Hay que acabarle un poquito. Está como apelmazado, que sí. ¿Sabe cuántos años tenía este? La hecha, pero... La hecha, ¿sabe cuántos años tenía? 13 años tenía este manzano, 13 años, mira cómo está. Y dijo mi mujer, quítale, porque estábamos haciendo todo esto. Y dice, quítale, pero luego al final me dio... Viene aquí una cosa muy mala. Ya lo he visto. Es que se abrió por aquí. Sí. Mire, por donde ve eso que usted ve ahí. Sí, yo verdad, pero ha tenido más abajo también, mira. Ha tenido algo, que sí. Ha tenido, sí, el sacló este, míralo. Acompañe más este. Y este hay que quitársele, pero echando hostias. Pero es que está partido. Esto es partido. Es una goma esto. Ya. Ah, goma. Es goma. No es alambre. Ese ya no se va, ya está enganchado. Yo creo. Pero lo hice yo así a posta para que él con su savia intentara... El árbol no tiene nada, no tiene nada más que esto. Eso, ¿sabes lo que hay que dejarle? Lo menos posible para fortalecer esto, ¿entiendes? Porque si pesa mucho arriba le parte otra vez, a lo mejor. Claro, le parte y va a tener muchas dificultades. Este, me traigo yo la esta y se la... Mira. Por ahí abajo. Pero esto es un hongo, ¿eh? Aparte de lo que haya tenido, esto es un hongo. Porque también lo que tiene. Y la parte, suele salir siempre a la parte del poniente. Lo verás en algunos árboles más. ¿Y por qué? ¿Porque el mismo sol los quema o algo? No, no es que los queme, pero es un hongo. Gribok, yo tengo una, el almendro que tengo, ¿sabes lo que he tenido que hacer? Es грибок, он говорит, надо, говорит, я принесу, надо это сделать. Молодец, поможет, сказал мне. Вот на таких хороших людях мир и держится, ребята. Вот не понимаем, подсказывать должны друг другу. Понимаете, как-то вот так. Эти яблоки я уже уберу, я их оставила специально для птичек, ребята. Этот... Стараемся, ребята, да, вот, ну, все, вы же понимаете тоже. У кого есть земля, у кого есть семья, у кого есть дом, где там же и живут, они меня прекрасно понимают. А эти люди, которые живут, ну, в секциях, квартирах, я имею в виду, да, они думают, а, я бы сделала. Ребята, это надо ежедневно. Это нельзя забрасывать, это надо ежедневно. Это нужно быть тут, понимаете? А когда ты туда идешь, сюда едешь, и там хочешь, и сюда приходишь, и у тебя еще животные, это все, как бы ты ни старался, все равно за всем не можешь уследить. Это просто невозможно. Вот сейчас у меня Новый год. Хочу вот этот стол, вот этот все накрыть. Сейчас у меня с Адамом вот такое. Это все, ребята, это все дается тоже о себе знать. Дает, ребята. Echaba la semilla simplemente por tener un poco de sombra y un poquito al ojo, porque luego son bonitos, suelta una flor muy bonita. Sí, hombre, sí. Pero claro, tenemos tanto este bueno que va por un frutal. Ребята, как моя бабушка всегда была права, а? Всегда мне говорила,
Ты пришла домой? Ты проснулась? Человек, может быть, к тебе домой больше никогда не придет, но он зашел к тебе во двор, чтобы твоя прихожка была всегда в порядке. А у меня лестница, ребята, в доме порядок вроде все, но лестница в таком состоянии, как будто я месяцев пять ничего не делала, ребята. Честное слово. Ну вот. Пришел этот мужик, когда он еще раз придет? Не знаю, какое у него интересное осталось впечатление. Наверное, подумал, вот свинья. Потому что на самом деле это же черное, это же так заметно, ребята, что это нечисто. Сейчас помою. Мне аж самой стало так неудобно. Одела я эту кофту, да? Потому что спина все равно дует, ребята. Мне нельзя спину. Никому нельзя. Моя мама даже на балкон выходила. Даже на балконе, ребята, когда вот выйдет на балкон, вот насчет таких вещей она вообще не ленилась, ребята. Вот выходила на балкон, сразу жилетку одевала. У нас специальные такие жилетки были. Я потом вот это состригу, а то вот это падает. И как-то... Ой, в каком состоянии эти лестницы, ребята. Сейчас мой муж же этим светом, этим занят. Ему вообще ни до чего. До него не достучишься сейчас. Сейчас все. Можно мужа забыть мне. На недельку, на два. Знаете, занимается этим. Меня в покое оставил. Делаю, что хочу. Понимаете? Ну, конечно, кухня, ребята. Вот, знаете, такое у меня ощущение, что он не хочет мне ее делать, потому что знает, что я буду целый день там. Вот такое какое-то у меня ощущение. Потому что любую вещь придумает, лишь бы до кухни не дойти, ребята. Ну ладно, свет я понимаю. Ну, ну вот вы понимаете, ребята, то он камень хотел ставить. Теперь камень тоже не закончен, ребята. Вот я же говорю... Такой принципиальный, понимаете? А потом вы думаете, что я, что он делает? Он делает. Да, но то, что он хочет, ребята, вы не думайте. Но если я, конечно, сильно-сильно настаю, конечно, там, ну я же думаю, ладно, сделает. Ладно, сделает. Ну, сделает. Сейчас вот этот цвет... Мне дал слово, что после света идет на кухню. Дал слово. Ну, сейчас посмотрим. Ну, потому что хочется мне уже, ну, там, ну, хоть краской, да, чтобы начал. Шпаклевку, да? А потом уже само по себе, как по маслу пойдет. То он с кухни не выходил, теперь он на кухню не заходит, ребята. Да. Вот так. Теперь насухо. Но это, конечно, не высохнет. Сейчас начнут топтать. Он начнет топтать туда-сюда. А это очень важно, чтобы высохло. Вот так. Вот так не могла. Ой, как мне стало неудобно перед этим человеком. Вот не знаю почему, ребята. Да, хотя кто ко мне приходит? Никто. Только вы. Только вы мои гости, мои золотые. Только вы. Так,
девчата, я вот это все вот так. Я это все когда стала подметать, так и грязи не было, просто оттуда вот капает. Знаете. Вот так, пускай все хорошенько проветрится сейчас. И будет порядочек. Уберу я сейчас, здесь я чуть-чуть займусь уборкой. Ну, чуть-чуть. Знаете, я уже тут по чуть-чуть прибралась. Так, подмела тут. Понимаете, вот эти места, вот это все подмела. Сейчас хочу вот эти... Ну, они, посмотрите, какой вид некрасивый дают. Вот это все состригу, уберу отсюда. Вот эту часть подмету, а то тоже какой-то... Ну, в этом тоже есть свой кайф. Убрала эту обувь-мобивь, которая там внизу была. Сейчас вот эту вещь тоже почищу. Ну вот так, это Томасика. Вот так, это уберу отсюда вот тоже. Сейчас пока проветрится, наверное, вот это сейчас смету. Потому что там держится. Видите, там тоже чуть-чуть прибрала. Обувь пока сюда поставила, ребята. Знаете, как у моего свекра. У моего свекра тоже в этом барокно. Но мы же его сейчас не включаем. Для кого? Ой, какой кайф, ребята. Честное слово. Честное слово, так свой двор иметь. Кто бы чего бы ни говорил, это кайф, ребята. Да, много работы, все, естественно. Но это такой кайф. Даже вот этот листопад мне нравится. Знаете, это просто шикарно, ребята. Ой, пойду я своих курей увижу. Это может подождать. А мои куры бедные. Прошла с кофе, даже им привет не сказала. Моим красоткам вытащу их. Чуть-чуть пускай. Оттуда вы уже меня зовут. Знаете, они меня слышат. И вот начинают. Обрати на меня внимание, обрати на меня внимание. А я... Не обращаю. Что ты? Что ты, радость моя? Что ты, солнышко мое? Сразу, как я иду, он сразу открывается. Показывает, какой он важный, какой он красивый. Ну, на самом деле, красавец, ребята. И на самом-то деле. Ай, мои красотки! Ай, мои красотки! Ай, мои кукушки! Ай, мои пипышки! Ай, какие хорошенькие! Ай, какие красивые! Ай, какие у меня курочки! Мои золотушки! Мои красавчики! Мои хорошие! Мои красивые! Какие вы красивые! На выставку мама вас выставит! На выставку! Идемте, солнышки! Идемте, идемте! Ай-я! Алла, алла, алла! Одна красивее другой, девочки! Одна! Одна лучше другой! Одна белее другой. Ай, какие у меня красавицы. Ай, какие вы у меня красивые. Куколки ненаглядные. Солнышки мои такие. Красавчики мои. Так у меня два петуха маленьких. Видите, да? Вон тот петух и вон тот петух. Такой красивый. Какой красивый. Алло, алло, за что мне такое счастье? За что мне такое счастье? Девочки, какие они лапочки, какие они красивые, какие у них перья. Ты тоже красивый, а ты вообще умница моя. А что такое? А, тебя же этот подрался, да? Заклевал, да, тебя? Вот, меньше лезть будешь к другим бабам. До крови, посмотрите, до крови его зачухал этот Петрович. А ты чё? А ты чё, мой синий глазка? А ты чё? Отеля, 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 отеля. Посмотрите, какой важный. 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 Мой важный.
Ай, какой красивый! Ай, какой пушистый! Аллах, Аллах, какой красивый! Вот природа, а, нам дарит такую радость, ребята. А вы что расскажете? Не расскажете ничего мамке? А? Что расскажете мамке? Не хотите? Так, давайте я им водички всю дам. Ай, мои красавицы! Мамка кушать принесла! Мамка кушать принесла! Мамка кушать принесла! 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 Мамка кушать принесла! Принесла! Сейчас и едем красавцам дам. Прибрала я тут чуть-чуть, ну совсем чуть-чуть. Вот так. Я вас на яйца поставила, девочки. Вот сейчас самое плохое, когда ты спотела, да? О, тут чуть-чуть прибралась, ребята. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, а чуть-чуть тоже полчаса, ребята. Подметала вот там. Тут мусор собрала. Сейчас соберу. Их тоже отпустила, пускай покушают. Нет, пока еще не поставили ни яички, ни одного. Так, я сюда приду и часами тут остаюсь, понимаете? Поэтому иду туда вперед,
Вот одно не доделаю, за другое берусь. Другое не доделаю, за третье берусь. И вот так, кусочек там, кусочек тут, кусочек так. Как хорошо, что он это все закрыл. Молодец. Все равно вот я жалуюсь, кухню не делают, то не делают. Зато, ребята, нету впереди вот этого всего, да? Ну, в каждом ролике говорю, все будет, но так и будет. Ну, вы же сами видите, потихоньку это все преображается. И к лету вообще, ребята, ой, я так вспотела сейчас. Сейчас чуть-чуть остыть мне надо. Я сейчас вспотела, не хочу. Видите, лестницы еще не высохли, но они чуть-чуть выветрились. Сейчас вот это порежу потихоньку. Чуть-чуть выветривается. Но очень влажность большая. Да, вот насчет этого. Сейчас цветы чуть-чуть полью. Лестница выветрится. Потом вот эту, вот это все помою. И, короче, вот такие у меня планы. Ребята, сегодня буду борщ кушать. Будем борщ кушать. Как-то вот так, понимаете? Сейчас зайду, посмотрю, что вы там написали, что вы не написали. Чуть-чуть поотвечаю. У меня вот так бывает. Чуть-чуть поотвечаю и часами остаюсь. Но мне хочется, ребята, с вами там пообщаться и вам привет, сердечко поставить. Очень хочется. Люблю, ребята, вас очень. Очень уважаю за ваш труд, за ваше внимание. Дай Бог вам здоровья. Всегда это говорю и не устаю повторять. Вы у меня просто молодцы. Вау! Если он уже, значит, туда-сюда походил, понаступал. Ну, ладно. Ой, муж же, я лаписасте, но. Си, а, бинго. Ну, естественно, то, что хотела, сделала, ребята. И там сделала чуть-чуть. И тут все. Все, что хотела, конечно, не сделала, ребята. Ну, вот помыла тут. Ой, какая грязь везде, ребята. Помыла тут. Стулья эти помыла, все. Лестница 3 раза помыла, ребята. Если не больше. Это не высыхает. Эти листья поотрезала. Тут чуть-чуть подмела. Хотела там тоже сделать. Но уже кушать пора давать. Сейчас посмотрим, мой Аландерон что там делает. Ходит туда-сюда, туда-сюда, девочки. Так, тут поле высохло. Тут сниму. Ой, отвечала в Инстаграме девчатам. Молодцы, не забывайте меня. Какие умницы. Так, обувь тут сниму. Мирея пришла. Ребята, что вы думаете, сразу купаться пришла? У вас так тепло, можно у вас здесь купаться? Только пришла. Я говорю, конечно, можно, дочь. Купайся. Сегодня Новый год, так что не могу, ребята, не хочу никого обижать. Никому ничего. A ver, Alandelón, ¿qué te estás haciendo? ¿Qué haces? Pues nada, que le gusta taladra y resulta que tiene una oreja. Подождите. ¿Sabes lo que hay que hacer? Cuando tú te tienes. Короче, a... что-то не так у него идет. Le tenía que haber sacado yo antes. А, надо было говорить мне раньше. Digo, bueno, me le traigo para вытащить. Acá para librar los 50, ¿vale? Venga, me lo vengo aquí. Y en un momento dado, tenemos, se quita esto y se pone ahí. Vale, muy bien. No hago más que traérmelo aquí, tiene una oreja, que hace así y pega aquí. De altura, ¿no? No te... Claro, es que es muy largo, pero... Это как длинная, как не заходит. Mira hasta aquí, y luego hace una forma aquí. Entonces, por aquí viene un tubo. Uh-huh. Entonces, me digo, pues nada, acá. Короче, не... Нравится ему, нравится. Ну, сядьте до густа, Кари. Sí, sí, sí. Я говорю, тебе же нравится. Toda mañana para poner un bicho de esto. Весь день, как у меня ушел на это. Ну, вот он хочет эту... эту пиндюрку... повесить. Это как он говорит, сердце, да? Какой мне тут бардак устроил, ребята? Какой бардак? Какой бардак? Все вытащил оттуда, все раскидал. Аллах, Аллах. Какой бардак, Эстеван? Claro. Конечно. Hay que tenerlo. Надо, si говорит, бардак. Malita, porque estoy haciendo algo. Если, говорит, у меня бардак, значит, я что-то делаю. Ай... А мне нравится, говорит, это. Та-да-да, пим-пам-пом. Мне, говорит, нравится. Смотрите, играется, ребята. Нашел себе новую игрушку.
Аллах, чем бы ребенок не тешился, лишь бы не плакал. Как-то так получается, нет? Что паша? Че с вами? Какая кивая по на лампа? Вы хотите, говорит, чтобы я, говорит, вам повесил лампы? И мама сидит рядом с пила. У меня, говорит, без батарейки. Ну, поля каргар, а с такой таспором. Талавери, говорит, и на вали не каргадор? Ну, сейчас мы тему я говорю. Те лохуй, у меня паня камера. Как я злюсь, говорит, я, говорит, в городе оставил зарядку. Дурная голова ногам покоя не дает. Ай, мамочки. Ребята, я устала, как не знаю что. Еще Нового года нету. Еще мне стол накрывать. Ага, ребята, еще мне стол, какая жара. Еще мне стол накрывать, ребята, еще мне их кормить надо. Еще там порядок привести. Ба, стол накрывать, что, ребята? Сядем так спокойно. Вот такие у нас дела, ребята. Друзья мои, вы любите вот такой, да? Вот это называется у нас сепия. Вот такие кусочки. Вы знаете, он говорят, что диетический, полезный. У него такие есть, да? Он уже помытый, готовый, да? И вот такими кусочками вот хочу сготовить. Для себя и для своего мужа. И для этого я специально купила отдельно, да? Его можно, но его лучше всего, конечно, на чесноке, ребята, с чесночным соусом, да, его готовят. И вот я специально купила вот такой он. Здесь уже масло приходит, и чеснок, и масло, и петрушка. Он уже помыт, и все. Вот я его просто на сковородочку, ребята, и вот обжариваю, да? Вот так я его обжариваю. Вот так. На сковородочке. Чуть-чуть сейчас посолю. Ну, совсем чуть-чуть. Давно я не делала это. Вот так. Это сегодня у нас будет на обед. Так, возьму ложечку. Вот у меня есть такая. Вот такая ложечка. На большом огне. Пока чуть-чуть вода уйдет, она быстро делается. Просто ты его сейчас чуть-чуть масло тоже сейчас отсюда его налью, который в баночке. Я сейчас специально купила его уже готовое, потому что знала же, что сегодня такой день, Новый год, да? И у меня не будет просто время, да, вот на это всю возню. А мой муж сказал, давай сделай, да? Я говорю, ну хорошо, без проблем. Так, сейчас его открыть. Я раньше сама вот так делала и в баночке держала. Он долго держится. И вот сейчас я просто сверху чуть-чуть, это оливковое масло, чуть-чуть маслицом вот так. Здесь слишком много масла. Конечно, я это масло все наливать не буду. Уберу отсюда масло. Вот так. И она сейчас по своим как будто вот в этом чуть-чуть поджарится. Это реально вкусно. Мне нравится. Раньше я часто его готовила и ела. Потому что он такой, ну, как диетический получается. Там, в принципе, ничего и нету. Но если его хорошо сготовить, да, он очень вкусный. Вот, а сейчас мы его пожарим. Сейчас моя Дианочка говорила, видно, спрашивает меня, все спрашивает. Молодец, такая внимательная. Так что, когда поедем сейчас вот, чуть-чуть лучше станет дедушке. Адамчик чуть-чуть освободится, спокойный будет. Капельницу поставили деду. Этот ночью Адам с ним к врачу пошел обратно, потому что температура у дедушки поднялась, девчата.
Ну, с Адамом говорю, общаюсь. Этот, температура поднялась, и Адам его повел. Здесь специальный такой, эмерхенция называется. Да, вот, который, что там, температура, все. Сделали заново перевязку, капельницу сделали. Короче, ну, и домой отправили. Потому что укладываться он не хочет. И сейчас этот Новый год, это самое, ну, вот так. Он там начал чуть-чуть буянить, дедушка. Я тут не останусь, я домой хочу. Он боится, да, вот. Ну, как-то. Они взрослые люди, знаете, что они думают? Раз до больницы дошел, все, короче, там что-то будет плохое с ними, да, вот. Умрут, короче. Вот больница — это смерть для них как-то. Вот моя свекровь тоже с этим вот так. Вот так тоже думает. Моя свекровь помащала, зубы поставила. Так хорошо, такая молодец. Зубки поставила, есть. Она говорит, ну, довольная, короче, зубами. А мой свекор недоволен. Мой свекор тоже поменял. Зубы поменяли, все. Ну, вставные поставили. Не вот такие, которые в стакан, а которые вот там цепляют на свои зубы, да. Ну, такие. Ну, они тоже снимаются, но как-то по-другому сделано. Цепляются за другие как-то зубы вот так вот. Ну, короче, моя свекровь довольная, ребята, самое главное. Вот сейчас этот весь водичка вся уйдет, начнет жариться, и добавлю чеснока. Как она стреляет, ребята, все, готово, видите? Ох, какой вид, правда хороший? Мне очень нравится. Но она быстро делается, ребята. Ребята, сейчас я вам покажу Мирею. Кто скучал? Мирея, ну, иди сюда. Привет. Привет, говорит. Кайтана. Я им сготовила крылышки китана. Мирея? Кайтана, сидуна кириас. Ты же не хотела крылышки. Ты сказала, хочу. Сделала такие маленькие эти котлетки. Пожарила картошку, это все, приятного аппетита, кушайте. Кумир, мой муж, девочки, такое у меня было ощущение, что ломает что-то, ломает, ребята.